Сьогодні ми запитаємо у жителів міста Миколаїв, чи вірять вони у новорічні та різдвяні дива, а також які ж побажання вони будуть загадувати Діду Морозу під ялинку. Ой, спокойствие, счастье, благополучие. А как зовут вашего маленького? Это она, Жужик. Это она, это Жужик. Это Жужик. А с Жужиком случались когда-нибудь чудеса? Конечно. Какое со всеми это? Когда-нибудь случаются чудеса. Желаем счастья, здоровья, не болейте. Поздравляю всех жителей Николаева с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и мирного неба над головой. Чтобы ваши все мечты осуществились в этом году. В этом году случится. 31-го мы выходим в прямой эфир. Это самое крутое чудо. А ты веришь в Новый год? Да. Да. А твои мечты сбываются? Да. А что ты загадал Дедушке Морозу? Музыку. Музыку. Ты думаешь, Дедушка Мороз подарит тебе? Да. Сына вырастить хорошим человеком. Вот это основная мечта. А теперь правнучку надо вырастить, хорошую девочку. Мы верим? Я да. Бывали с вами новогодние чудеса? А можешь рассказать? Праздники всякие волшебные были у нас. А сбывались с тебя мечты? Да. Какая мечта у тебя была? Чтобы все были живы и здоровы. А что ты можешь пожелать нам? Чтобы вы тоже были живы и здоровы.